В общем, все уже собралось, распаковки, и забыл, что мы уронили вот эту коробку за стол, она улетела, поэтому давайте ее сейчас разберем, посмотрим, что у ней внутри, и я попробую ее собрать и посмотреть, что получится. Имеем в коробке все, коробка пустая, откладываем ее. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот такой вот механизм с металлической палочкой. Они здесь многие с металлическими, вот они. Прорвался пакетик и он вылез. Ладно, отложим. Давайте все же запхну обратно. Вот, имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пакетиков с разными запчастями и вот такая вот пластиковая трубочка, я пока не знаю. Ага, я вижу, зачем она, то есть вот пластиковая трубочка, вот здесь металлические, я так понимаю, вот здесь металлическая основа идет, но вот пластиковая вот здесь. Лопасти есть, сейчас попробуем это все собрать, вот, посмотрим, сколько у меня это времени займет. И инструкция. Инструкция на китайском. И я надеюсь, есть на английском. То есть, какие запчасти здесь, как собирается. Все. А, здесь получается китайский с английским переводом сразу. Поэтому, я думаю, проблем не должно быть. Мне интересен вот именно сам факт, как он будет потом передвигаться. В общем, начиная, приступаю к сборке. В этом пакетике у нас еще есть резиночка, вот такая вот пластиковая штука с надрезами и лопасти. Запчасти легко отламываются, но остаются вот такие вот пластиковые заусенки. Вот, можно их либо просто обрезать сразу ножом, или можно их отломать и потом ножом зачистить вот эти вот места. Приготовил уже немного запчастей. Вот из пункта 1 эта деталька. Я их приготовил. И сейчас надо что-то тут воткнуть в них. Одни ножки мы уже установили, вот теперь нам нужно закрепить это в другой рамкой. Вот, и они вот здесь заклепываются. Вот так притягиваются. Вот, и у нас получилась уже одна небольшая такая вот нога. Голенка. Все, теперь продолжаем дальше налаживать ножки и закреплять их вот этими вот треугольничками. В общем, при слаживании некоторые ножки отпадают, то есть их нужно постоянно поправлять. И я понял, почему отпадают ножки, потому что снизу еще нужны вот эти вот крюки по инструкции, и получается почему-то они аж в конце, то есть мы вначале делаем вот эту вот всю конструкцию, а потом, а нет, я просто пропустил этот пункт, поэтому сейчас будем возвращаться и доделать вот эти вот крючки снизу. Да, сейчас будет сложнее, потому что вот этот пункт я просто пропустил. И его нужно было сделать немножко раньше.
все собрал, и теперь ножки не должны отпадать. И вот такой вот ключ, я не знаю, зачем именно так оно сделано, с этой резинкой, чтобы гнулась эта голова. Вот. Вот, можно вот так крутить. Наверное, чтобы плавнее ход был, вот эта вот резинка делается. Вот, ну, можно так, а можно ветром. Давайте я попробую. Я придумал, сейчас фен возьмем. Итак, вот что получилось. Потратил я на это все 1:20. 20 минут, наверное, лишних я потратил на сборку вот этой вот нижней. Вот это вот нижний грани идет сверху, крепится, и снизу. И у меня отпадали постоянно ножки. И для того, чтобы по логике ее опять закрепить, нужно было разобрать полностью. Я этот шаг пропустил просто. И нужно было бы разобрать ее полностью и собирать. Я не стал разбирать и начал крепить так. И ну, из-за этого немножко потерял времени. Ну и давайте посмотрим, как она работает. Можно ветром ее гонять. Ну, а я взял... А, еще здесь есть специальный ключик. Вот. Можно его заводить через заднее... Вот сзади закрепить ключик.